сегодня наша конференция посвящена прежде всего трендам, будущим трендам в IT-индустрии. Мы ее приурочили к дню рождения офиса, который у нас открылся 11 лет назад. И в основном те вопросы, которые рассматриваются на сегодняшней конференции, это вопросы перспектив на следующий год, на несколько лет о трендах, IT-трендах прежде всего и в бизнесе, и как на рынке труда, и на рынке спроса. Мы рассматриваем основные технологии, которые будут популярны в следующем году. Мы рассматриваем основные специализации, на что следует обращать внимание, куда следует молодым специалистам идти, что следует изучать. Ну и также мы рассматриваем проблемы, которые уже существуют сейчас, с которыми они могут столкнуться в следующих годах. Это кропотливый труд. Мы даже то, что фактически Data Art Херсоне уже 11 лет, это само по себе удивительно, потому что, скажем так, рынок труда херсонский не располагает к появлению новых компаний. Тем не менее, мы работаем, мы развиваемся, мы растем. Мы планируем, у нас есть планы на следующий год достичь количества 200 человек. Мы работаем с новыми технологиями. Вот сейчас непосредственно идет доклад по блокчейну. Мы рассматривали новые доклады с новыми технологиями, связанные с JavaScript, с Java, с автоматизацией. IT – это не сенсация, это не технологии, которые можно пощупать руками, это кропотливый труд, который потом дает свои плоды. Конечно, в следующем году, как и, я надеюсь, в будущем, мы увидим новые вещи, мы увидим новые технологии. Это, может быть, будут и какие-то технологии, связанные с новыми коммуникациями, с новыми социальными сетями, с контентом, с новыми технологиями в области искусственного интеллекта, виртуальной реальности, дополненной реальности, машинного обучения и так далее. То есть эти технологии будут приходить постепенно. Сказать, что резко так все наступит, конечно, нет. Data Art – это сеть компаний, которая мирового уровня. И у нас все проекты распределены. Мы все в едином мировом пространстве. Нету разницы, это специалисты в Херсоне работают или в Нью-Йорке. Мы все работаем в Data Art, мы все работаем в IT-индустрии. Поэтому понятно, что те продукты, которые мы создаем, те технологии, которые мы используем, они на пике как таковой технологии. Примеры по тому, что мы можем реализовать, например, всевозможные проекты из области тревела. Все мы пользуемся такими продуктами, там, как SkyScanner, который выполняет поиск там, удобных перелетов, удобных. Это мы в том числе участвуем в работе команды, которая этим занимается. Мы работаем всевозможными продуктами финансовой сферы. Это и хедж-фонды, это и анализ предотвращения кризисных явлений. Мы очень много работаем в телекоммуникациях. То есть и в том числе наши ребята участвуют в работе по усовершенствованию там, новых стандартов, как то 5G. Мы работаем с проектами виртуальной реальности, когда все вы знаете, что там многие компании используют там, очки виртуальной реальности, которые позволяют вам увидеть то, что на самом деле не есть рядом. Многие проекты этому посвящены. Но многие из наших проектов связаны с медиа, бизнесом, с умными вещами, так называемыми. Все мы там понимаем, что рано или поздно там, наш холодильник будет тоже в том числе в интернете, и большинство новых вещей, интернет-вещей – это и умный дом, и простые автомобили, они все рано или поздно будут подключены в единую сеть. Мы тоже участвуем в том числе и в этих проектах, и с этим
с этими проектами вносим свою лепту вот, действительно создание. В Херсоне есть достаточно умных людей, конечно, и молодых именно ребят. Конечно, хотелось бы, чтобы их количество было больше, но, скажем так, есть какая-то определенная ограниченность по количеству молодых специалистов, которые выпускаются в УЗИ. Оно небольшое. Поэтому, но если ситуация не ухудшится, то оно вполне достаточно для того, чтобы продолжать развиваться, расти. Но хотелось бы, чтобы их количество увеличилось. По поводу, что пожелать, наверное, самое главное – это мотивация. Желание, чтобы это должно нравиться, это должно быть и хобби, и работа, это должно приносить удовольствие. Тогда, как, наверное, в любом деле будет от этого толк, будет... результат будет прогресс, и можно достичь очень больших высот.